дійшла до пам'ятника павших комунарів. Люди возложили цветы к памятнику. И колонна вот идет, все еще идет. Вот колонны, где-то еще, я подозреваю, на площади Ленина остался. То есть люди продолжают идти. Вот столько, много людей. И сегодня 1 мая. А что будет 9 мая, люди? Ура! Ура! Тучи как-то сгущаются над Донецком. А у всех-то уже шашлыки замаринованы дома. Идут. Русские идут, и конца нет. И края нет. И конца, и края нет. Ой, как это собачка. Собака Сибарятяка еще одна прибежала к нам. Георгиевская собака. Да, она георгиевская собака, она такая с полосочками. А, мы находимся вот здесь. ДМЗ, вот там за этими зданиями, ЦУМ, Донецкий, то есть это центральная улица, улица Артема, флаг снимают. Да, пойдем, пойдем, пойдем. Пошли, пошли. Там снимают флаг, это Донецкий дворец бракосочетания. Догоняй меня. Донецкий дворец бракосочетания, и там был украинский флаг. То есть мы прошли, да, люди его сняли, точно так же, как я подозреваю, сняли флаг. После приватбанка. Донбасс! 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 Вот, давайте. Мы так гуще событий, так сказать, будем снимать все происходящее. Донбасс! 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 О, все, флаг сняли. Сняли флаг. Россия! Сняли флаг. Россия! 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 Здесь много... Россия! Россия! Много журналистов, посмотрите. Вот он. Вот он момент. Русский город! Донецк, русский город! Донецк, русский город! Ребята в балаклавах, потому что уже был осужден у донецчанин за поднятие флага возле народной здания Народного совета Донецкой Республики. Это не Мосфильм, это Донецк. Донецк, детка. Да, да.